Копал, копал и докопался. В буквальном смысле этого слова. На территории авторынка экскаватор выполнял земляные работы. Вынутую землю сыпал в кузов МАЗа. Но в какой-то момент что-то пошло не так. КамАЗ стоял на ровном поверхности. Его, получается, загружал трактор. И так как тот товарищ, который сидел за трактором, попросил дать чуть вперед, КамАЗ подал чуть вперед, потом чуть назад, и ввиду размытого грунта произошел обвал, так сказать, грунта, и все перевернулось. По словам очевидца, никто не пострадал. Водитель МАЗа смог самостоятельно выбраться из кабины. Когда наша съемочная группа прибыла на место происшествия, грузовик прочно лежал на боку, застряв двумя колесами в образовавшейся яме. Вокруг ходили несколько человек, видимо, решали, что делать дальше. Вывод напрашивается сам собой. Работая в команде, важно хорошо понимать друг друга, иначе можно провалить любое дело. Иногда и в буквальном смысле.